Традиционный праздник День Елабужского института КФУ был проведен силами студентов и преподавателей вуза. Гостями традиционного профориентационного мероприятия стали школьники с 5 по 11 классы. Для них были организованы интерактивные площадки, где в игровой форме студенты и преподаватели института рассказывали о будущем абитуриентам о своем вузе. А для маленьких зрителей были проведены занятия детского университета. Мы на этом мероприятии присутствуем впервые. Нам очень понравилось, очень много интересных знаний получили сегодня ребята и узнали об таком интересном институте Елабужском. И надеюсь, что когда дети закончат школу, поступят туда. С приветственным словом перед гостями мероприятия выступала директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон. Она провела презентацию вуза, отмечая преимущества обучения именно в этом институте. Мы пролицензировали так называемое профессиональное обучение. Что это такое? В рамках получения профессии на инженерно-технологическом факультете и на физико-математическом направлении по профилю энергетик вы сможете получить, кроме диплома высшего профессионального образования, еще свидетельство о получении рабочей профессии. Вы будете замечательным, как рекламщики говорят, вкусным специалистом. Конечно же, это вашу конкурентность повысит. За многолетнее сотрудничество с вузом были отмечены благодарственными грамотами учителя городских общеобразовательных школ. Студенты же подготовили гостей мероприятия концертную программу. Вполне вероятно, что уже осенью многие гости проведенного праздника пополнят ряды студентов Елабужского института КФУ. Диана Вакян, Екатерина Сайбель, Денис Сипайлов, Универньюз.